Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. 60 лет назад рабочие крестьяне России, руководимые партией Ленина, наблюдаю, как с гор нежно солнце встает, аккуратно, как вор, у неба звезды крадет. Рядом на елке дроздик поет. Утро настает, божественный свет душу греет теплом. Но тут мой сосед выше, что этажом. Облом зарет, как средь бела дня гром. В панике дом. Дом в панике, дом в панике, дом в панике, дом. Отключает газ, спускает нам воду в день несколько раз, гадит в подъездах, оставляя мусор и грязь. На девчонок лазит, что приходят в гости. На балкон он выходит без высот, без совести. Может подняться, разломать ему кости. Не могу я в себе больше держать этой злости. Но вспоминаю одно, что у соседа бомба. Любой момент он может нас взорвать. Медвежья морда не устает нам этим угрожать. Не могу так дальше жить, но сможет, кто его переселить. А ну, в панике, ну, в панике, ну, в панике, ну, в панике, ну. И долбит мозг, идиот, людям жить не дает. И этим-то горд, его просят потише, он наоборот. Вечером сядет, водку бухнет, песни блатны на весь район заорет. Ни взрослым, ни детям он спать не дает. Может подняться, заткнуть ему рот, но вспоминаю одно, что у соседа бомба. В любой момент он может нас взорвать. И полмедвежья морда не устает нам